Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в Тропика 6, и наш вулканический остров опять решил извергнуться прямо на нас. Ну, я не знаю, только что установил тут магазинчик с прошлого раза, кстати говоря. Это строение находится в нерабочем состоянии. В смысле? Да-да-да, от вулкана станет всем теплее, это точно. Блин, сколько здесь народу стало жить почему-то, а почему? Ого, это вы сюда что ли? А, ой, что произошло-то, жесть какая. Слушайте, товарищ пожарный, не могли бы вы затушить мой пожар, пожалуйста? В нерабочем состоянии, ё-моё, это потому что, видимо, сейчас извержение идет, да, до сих пор. Поэтому, скорее всего, не работает. Но я надеюсь, что когда перестанет извергаться вулкан, то оно заработает, и все здесь починится, и можно будет нормально сделать. Ладно, посмотрим. Так, а я не понял еще вот. Все, теперь я понял, почему вдруг бараки появились. О, боже мой, самолет, ты как-то пикируешь странно. Потому что здесь у нас. Блин, еще рудники разрушены, ну капец. Потому что у нас сейчас все это не работает, и типа их как бы эвакуировали, но эвакуировали, видимо, не очень хорошо, да, и получилось, что тут хижины. Ладно, мы с вами что еще должны были сделать? Мы с вами должны произвести оружие. У нас там как раз-таки появился новый район в прошлый раз. Мы с вами стали сахарный тростник выращивать и делать из него ром, кстати говоря, который будем продавать. Также добывать железо стали. Вот, и это не прекрасно, потому что теперь мы с вами спокойно сможем поставить завод производства стали еще, как мы с вами планировали, да? Давайте это сделаем. Сталелитейный завод, туда требуется железо и уголь, кстати говоря. У нас это все добро есть. У нас здесь добывается уголь, и мы с вами даже можем, наверное, еще одну поставить добычу тут, кстати, так-то, да? Ну да, кстати, можно так прямо здесь рядышком все сделать, что было красивенько. А много ли у нас здесь на месте? Да, еще 400 тысяч, ух, вообще отлично, слушайте. Прям прекрасно. А здесь у нас что за месторождение? Тоже уголь, кстати говоря. Ну, угля у нас вообще предостаточно везде, в принципе. Давайте, ставлю еще добычу здесь тогда. Ставим здесь с вами сталелитейный завод. Он поместится? О, помещается, отлично. Вот здесь тогда тебя-то я и поставлю, дружище. Все, сталь будем делать, а оружейный завод у нас будет уже где-то вот здесь. То есть из стали будем дальше производить оружие и все вот это вот необходимое для нас. Кстати, я тут могу мостик сделать? Давайте посмотрим. Было бы прикольно, на самом деле. Но что-то, видимо, не особо я могу здесь мостик как-то провести, да? Ну и ладно, не очень-то и хотелось, знаешь ли. Я просто попробовал. Нет, так и нет. Нет, так и нет. А вот здесь можно дорогу будет провести? Вот это вот интересно, кстати. Даже так не проводится, да? Ну и ладно, не особо здесь не нужна, короче говоря. Все вот так сделано и сделано. Да хорош там, серьезно, сколько можно-то? Блин, у нас еще здесь и пожарные теперь похерачились. Это вообще жесть. Вот это самое печальное, конечно, что пожарные у нас товарищи отъехали немножко. Извержение вулкана закончилось. Наконец-таки я хочу сломанный ремонт в процессе. Вот опять же, процесс будет долгий или нормальный будет процесс? Если долгий, то проще будет реально тогда... Как-то, я не знаю... Но здесь в любом... Ой-ой-ой, здесь в любом случае восстанавливаем, потому что как бы... Да, понятное дело, почему. Потому что все разрушено к чертовой бабушке. Так, здесь у нас что? Здесь у нас... А можете потушить, пожалуйста, товарищ пожарный? Или отремонтируйтесь хотя бы, не знаю. Слушайте, хоть еще одно бюро ремонтников ставить? Честное слово. Непонятно. Мне кажется, будет проще поставить заново, потому что мы с вами с этим уже сталкивались, и как-то это было прям не ахти как клево. Поэтому давайте, наверное, сделаем так вот. Так, пожарная станция. Новенькую здесь просто вам поставлю. Так, пожалуйста, пожалуйста, можно мне новенькую станцию? Спасибо, было бы очень мило с вашей стороны. Вот здесь прям давайте раз, и я даже вам помогу за деньги построить быстрее. Граждане требуют провести выбор. Я, наверное, произнесу речь, посмотрим, что у нас с вами здесь не очень такое. Самое... 36, жилье, ну, конечно, ну, естественно, тогда жилье не учитываем. Похвалим мы в этот раз верующих, давайте, никого обвинять не будем. И пообещаю я что нашим господам? Пообещаю я ничего. Как насчет ничего? Мне кажется, отлично. Произнести речь. 78. Идеально. Идеально. Тем более у нас с вами рейды продолжаются. Продолжаются у нас с вами рейды. Запугиваем соседей. А здесь добываем себе кокосы, сахар, еще и шерсть дополнительно. Просто превосходно. Что ж, ладно. Продолжаем в том же духе тогда. Пока что делаем, да? Как и делали до этого. Строим новые заводы сейчас. Будет много нового производства, будет много новых товаров, соответственно. А это значит, что больше прибыли, больше денег для нас и больше возможностей. Так, экспорт ресурса золота у нас с вами закончен практически... А, нет, 12 тысяч... Я что-то совсем... Тут 12 тысяч еще, ё-моё, но это много, это долго будет, короче говоря. Но будем потихонечку доставлять, что еще делать. Будем потихонечку... Блин, пожалуйста, ремонтируйте. Знаете, что я, наверное, здесь поставлю еще? Я, может быть, подумал здесь поставить еще... компанию инженеров одну, контору. Президента, заткнись, хватит, тоже никому не интересно слушать постоянно одно и то же. О, здесь нужно построить, короче, клинику. 100% клиника здесь нужна. Вот, построим еще обязательно ее. И я думаю, все-таки мы с вами все-таки с вами сделаем еще компанию, инженерную компанию. Поставлю я где-нибудь вот здесь. Блин, зараза, не помещается, серьезно.
Было бы неплохо. Ладно, давайте, пускай будет здесь тогда. Так, чтобы быть, выделю я вам место. Выделю местечко, я вам. И еще мне по квестику нужно сторожевые вышки поставить. Я вот планировал как раз таки их поставить где-то здесь. Короче, компания здесь у нас будет. Сторожевые вышки там мы с вами тоже сейчас поставим. Причем именно вышки. Я хотел еще две тут поставить. В принципе, у нас никакого жилья-то особо нет. Ну, тут есть, конечно, но по уровню свободы посмотрим, как там, что нужно сделать. Может быть, газету просто добавим, да и все. Ну-ка, газета нужна? Да не то чтобы, даже не обязательно, на самом деле. В принципе, так все хорошо. Более-менее. Ну, ладно, я как бы добрый или президент, я добавлю, так уж вам. Так уж и быть, я как бы сам пойду у вас на поводу, да, и, граждане тропика, и добавлю вам еще там газетку, чтобы вы себя не скованно чувствовали. И еще одну тогда, получается, сторожевую вышку я добавлю вот здесь прям. Вот прямо около берега. Вот тут давайте бам. Все. Стройтесь, пожалуйста. Стройтесь. Давайте я вам помогу построиться вот здесь. Я вам здесь сразу так вот больше рук сделаю. Пускай будет больше. Пускай будет две конторы хотя бы у нас с вами. Чего у нас по безработным? По безработным у нас безработ 26, вакансии 23. Так-то, кстати говоря, товарищи. Безработных у нас без образования, между прочим. Много, а вакансий у нас и без образования для старшей школы 9 штук аж целых есть. Ну, я надеюсь, сейчас... Сейчас все это дело разойдется, как только не построится. Так, здесь у нас тем временем построен еще один рудник, кстати говоря. Пожарная сигнализация также сразу. Так, число рабочих мест дополнительно повышается. Вот это хорошо, тоже давайте. Хотя у нас так сейчас много народу проживает, ну, так или иначе. Так, здесь построил квартирки, здесь у нас бараки, здесь еще бараки. Здесь явно нужны еще бараки, короче говоря. И квартиры, возможно, тоже, кстати. И бараки, и квартиры, и все-все-все на свете, да? Где люди смогут у нас сами жить и, как говорится, поживать. Так, я вот здесь два дома построю, короче говоря, еще вот так. Здесь опять, ну тут понятное дело, что это погода не сделает, но просто для вида. Чтобы нам с вами, так сказать, было приятнее это все смотреть, я поставлю здесь еще вот так вот. Тихо, не то, вот это хотел построить, все это добро. Во, ну так как-то получше, мне кажется, будет, чем здесь сразу около фермы впритык, это все будет стоять. Не очень, мне кажется. А так будет вполне себе даже нормальненько, терпимо. Ну, чтобы тоже бараков меньше было, чтобы все были счастливы, довольны, и вообще все было просто супер. Так, что у нас там по товару получается? Все хорошо, денежки есть. По торговым соглашениям давайте посмотрим. У нас хлопок, мы пытаемся хлопок, но у нас, видимо, не хватает его. Так, ром, кстати, смотрите-ка, ром, отлично, 750, подписываем, конечно же, на ром, не зря же мы с вами его делаем. Скоро у нас с вами появится оружие, я надеюсь, как только здесь достроится все. Так, контора здесь работает в поте лица, я надеюсь, что работает в поте лица. Здесь у нас что? Здесь у нас... Ой, даже починилось, серьезно, ни хрена себе, вот только гляньте, прикиньте, починилось. Обалдеть просто можно. Так, здесь у нас больница, давайте я побыстрее вам построю ее тогда. Сразу тоже улучшу вот так вот. Холодная война, ну, тут хотя бы лучше, все нормально. У нас, правда, мне кажется, работничков не хватает. Ну, пригласим из-за рубежа товарищей образованных, пускай будут у нас. Здесь они. Во, и ром сразу же завершился, отлично. Идеально, просто практически. Так, кокосы, могли бы мы их продать, кстати говоря. Давайте посмотрим, что у нас по кокосам на складе вот здесь. Тихо, корабль стопе, интересно, не успел? Нет, мне кажется, не успел уже. Тут кокосов нет, ну забрали все. Ладно, окей, тогда не будем спешить. Будем сейчас, опять же, ром, давайте, 750, только теперь уже союзниками. И чего-нибудь еще. Как там? Блин, у нас хлопка сейчас не хватает, мне кажется, да? У нас его не хватит. Мы хлопок, получается, где с вами добываем? Плантация хлопка у нас одна единственная, всего лишь. Здесь, кстати говоря, сталелитейный завод тоже достроился. Ага. И оружейный завод также достроился. Просто прекрасно. Что за улучшение? Здесь ничего пока, а здесь качество работы повышается. Ну, давайте повысим качество работы нашим работягам. Во, и здесь люди тоже поселились, смотрите, отлично, все. Меньше халупок вот этих вот, меньше хижин сразу же стало. Замечательно. Так, развлечения вам нужны какие-нибудь, наверняка, я так думаю, да, здесь? Хотя у вас тут... А, у вас тут ничего и нет, кстати говоря. Ну, цирк, естественно, господи, как же без цирка-то? Цирк наше все. Так, и ваше тоже, между прочим. Давайте здесь еще тоже сад поставлю. Ну, все, красота будет, да и только. Плюс цирк еще, все будут радостные, довольные и счастливые. Так, хорошо, с этим разобрались. Проголосуй, пенультимум, ты видел? 76% за меня, конечно. Я не буду вмешиваться, и ты не вмешивайся. Давай, расслабься. Давай, чисто на чили. Так, я хотел что еще сделать? Я хотел еще плантацию поставить. Хлопковую, наверное, дополнительную все-таки, если это возможно где-нибудь. Да, это возможно прямо вот здесь, везде, где только угодно. Хорошо, я поставлю хлопок тогда прямо рядом здесь, вот, с сахаром. 90%, отлично. Превосходно, все. Давайте еще одну плантацию. У нас на сей раз хлопка. Пускай будет хлопка больше у нас чуть-чуть. Ну, как бы, пускай будет, да, мы и продадим, и сюда будет, хотя здесь хлопка и так много, на самом деле, и шерсти много, ну ладно. В следующий раз не буду уже на хлопка, наверное, эти заказы принимать, так сказать, будем исходить из того, что есть. Так, здесь у нас с вами тоже, по-моему, какое-то месторождение большое было, если не ошибаюсь, железо, да?
Да, здесь еще можно спокойно поставить парочку вот этих вот, ну не парочку, а одну хотя бы. Можно поставить будет, я думаю, там уже дальше разберемся, куда, чего у нас и как пойдет. Главное, чтобы у нас с вами сейчас ром производился, но он производится, и в принципе, все хорошо. Я вот чего думаю, наверное... Да, пенультима, естественно, само собой. Господи боже мой, почему ты сомневаешься каждый раз у меня, я не понимаю. А, мы что хотели сделать? Да, понятно. Скорость обучения? Ну давай, ладно, приму, хорошо. Попробую школу поставить. Кто не любит, а? Консервы. А нет, давай чем-нибудь другое. Я пока с консервами не хочу работать. Так, что я хотел сделать? Опять пинуть меня, зараза, как всегда, отвлек. Что я хотел, планировал? Так, а сторожевые вышки у нас с вами строятся или что? Сторожевая вышка. Я не понял. На острове Кракена, да почему же я не дочитываю до конца? Ну ладно, сторожевые вышки нам пригодятся так или иначе, поэтому... Так, во-первых, я здесь... А, здесь уже улучшил. Все, на острове Кракена, так на острове Кракена. Как скажете, боже мой, без проблем вообще. Сейчас и там поставим. У нас денег вон сколько, видали? Просто, можно сказать, куры не клюют. Давай, одну здесь ставим. Одну здесь на выходе ставим. И одну ставим вот здесь. Идеально. Все, три вышки, пожалуйста, вот они вам будут. А я еще думаю. Нам солдат и консервный завод нужно так-то сделать по-хорошему. Кстати говоря, по поводу консервов, да? Спрашивали нас, нужны ли нам консервы. Вот, в общем-то, и ответ. Можем их и сделать, на самом деле. Ладно, так, что там по рейдам? Про рейды не забываем. Тут по-прежнему все. А что у нас здесь? Почему так все плохо? Я не понимаю. Никто не хочет работать здесь. Какого черта? А ну-ка давайте быстро. Очки рейда 3700. Все здесь нормально. Давайте быстренько рейдить будем. Так, я здесь, наверное, поставлю еще тоже тогда жилье. Более-менее нормально. Ну, квартирку тут где-нибудь зафигачу. Здесь давайте. На углу прям, мне кажется, нормальное местечко. Хотя, нет, знаете, не на углу, лучше вот здесь поставлю. Тут какой-нибудь магазинчик, может быть, продуктовый на мутим. Хотя он вроде бы... А здесь его и нету. Ладно, тогда здесь какое-нибудь развлечение поставим. Типа ресторана или что-нибудь вроде этого. Так, ресторанчик не желаете ли, кстати говоря. Уважаемый, многоуважаемый товарищ. Может быть, вам здесь ресторан. Может быть, вам здесь приукрасить еще вот так вот, кстати, тоже. Почему нет? Здесь еще не все потеряно, знаете ли. Так, ну меня интересуют, конечно, лодки. Лодки производятся. Досок очень много, на самом деле. Мы прям вообще... Так, еще плюс 19 тысяч, хорошо. Мы прям вообще доски производим. Возможно, даже есть смысл увеличить производство именно лодок. Построить парочку верфей еще. Так, ну-ка, стоп. Ага, ты сюда ставишься. А здесь ты ставишься вот так вот ближе. А, не, можно вот так поставить, кстати говоря. Здесь можно так поставить? Не, здесь не влезает, к сожалению. Так, поэтому придется в любом случае ставить где-то здесь, если ставить еще. А давайте. Много лодок, это хорошо. Здесь поставлю вот так тогда. Пока, наверное, на этом закончу, на самом деле. Третью поставим, и все. Будем дальше смотреть. Уровень образования, говорят нам, да? Да. Чертеж военной базы. Хорошо, спасибо большое. Все получилось, все сработало. По поводу школы и образования в целом, старшую школу, ну, мы можем с ним поставить, конечно. Мы, конечно, можем, нам ничего, в принципе, не мешает это сделать. Где у нас тут покрупнее райончики? Ну, получается, что здесь... О, даже место для школы есть, серьезно, слушайте, ну, это прям это заявка на победу. А давайте здесь и школу и поставим тогда, пускай будет у нас здесь школа. Можно поставить это здесь еще школу тоже, вот, кстати говоря, вот здесь, например. Блин, серьезно, не вмещается, так было бы красиво, хорошо. А, вот здесь помещается, отлично, все, без проблем, ставим. Или вообще вот здесь давайте в новом районе поставим действительно еще одну школу. Пускай обучается, нам школьнички тоже нужны, обычные. Угроза восстания понизилась, да отсутствует, замечательно, просто превосходно, идеально. По-прежнему не хватает здесь... А, никель нужен, я забыл про никель, конечно же, никель наш замечательный. И он сейчас где-нибудь в жопе, как всегда, кажется, да? Очень далеко от нас. Так, ну проверяем. Ну, естественно. Ну, конечно, он не мог быть близко. Счастье не могло быть близко, да? И придется нам с вами сейчас чертов никель добывать, хрен пойми, где 120 тысяч здесь, а здесь сколько? Ну, тут прям дофига месторождений. Ну что, надо будет осваивать новый остров сейчас. Получается так. Без никеля как бы никуда, а? А? Опять? Да боже ты мой. Так сколько можно-то? Все-таки возвращаюсь к никелю, да? Я думаю, давайте тогда, наверное, заселим вот этот островочек. Здесь много месторождений. Ну, придется, конечно, нам с вами чуть-чуть еще сделать небольшое одно поселение. Ну, ничего страшного, я думаю, мы с вами справимся. Главное, чтобы хватало нам народу, конечно же. Народу у нас с вами сейчас без работы довольно много, кстати. Без образования людей у нас. Хорошо, все, давайте делать тогда здесь. Будем порт перевозчиков еще один. У нас получается, да, вот с этой стороны... Ну, блин, далеко будем все это плывать, конечно, но что поделаешь. Как-то так и нужно будет все это делать. Здесь порт будет тогда у нас ими строиться. Здесь у нас сразу... Давайте посмотрим, где месторождения есть. Но я так понимаю, где-то... Это здесь они были.
Скорее всего, наверное, вот здесь тоже что-то есть такое. Сейчас посмотрим. Так, можно нами, пожалуйста, слои. Вот, небольшое на 60 тысяч здесь, и вот здесь еще на 240, и тут тоже 242 огромных месторождения. Я думаю, мы с вами, наверное, начнем вот с этого маленького тогда. Построим здесь сразу рудник. Так, давайте один рудничок здесь бахнем вот так вот. Сразу соединим все добро дорога, естественно, конечно же, как же без дороги-то? Без замечательной прекрасной дороги. Так, я, наверное, сделаю сюда, вот так вот, и дальше вот в эту сторону куда-то дороги пойдут, и там дальше что-то тоже у нас с вами будет получаться. Вот, все, строечка здесь тем более пошла у нас, отлично, строители скоро смогут добраться сюда, это превосходно. И нифига, у нас 20 тысяч, отлично. И здесь нам с вами что нужно сделать правильно? Заселить работяг, ну то есть бараки и все вот это вот, как мы с вами любим. Давайте 4 штуки сразу поставлю здесь. Наведем тут сразу шик, блеск, лоск, вот это вот, пока еще не совсем поздно стало, да, попробуем что-то сделать здесь с этим местом. Ну хотя бы как-то вот так вот, я не знаю, приукрасим его, чтобы им тут... Жизнь послаще казалось, они все шли у нас с вами срочно на руднике на наши замечательные работать. Так, ну конечно, здесь пригодится им сразу, понятное дело, магазинчик продуктовый, где они будут затариваться едой. Вот здесь прям поставим его. Дальше здесь церковь нужна будет, само собой, естественно. Так, вот так вот тут тоже рядышком поставлю. Поставлю здесь пожарную станцию. Наверное, пожарку где-то в этой области поставлю, чтобы она охватывала такую площадь. Потом еще, знаете, может быть, там где-то тоже что-то поставим. Давайте приукрасим еще здесь, вот тоже вот так вот сделаем, почему бы нет. Далее, что мы с вами здесь еще поставим? Мы с вами здесь какую-нибудь развлекуху надо поставить им. Ну, либо цирк, естественно, наш любимый, да. Я, пожалуй, думаю, на нем даже остановимся, вот здесь поставлю. Вот, и больничка здесь тоже очень сильно нужна будет, конечно же. Как же без больничек? Больничку вот тут где-нибудь. Тут прям вот так вот. Тоже притычок поставим. Вот такой вот микрорайончик будет получаться. А, и, конечно же, конторку перевозчиков, естественно. Как же без нее там? Так, компания перевозчиков, строим ее где-нибудь. Здесь поставлю прям около берега. Если она поставится, она так не ставится. Вот так можно поставить. Ладно, понял, что чтобы лучше, знаете, не мельчить, поставлю здесь все и все. Будет нормально. А здесь, если что, мы с вами еще дорогу в эту сторону пустим. Вот так вот. Все отлично, просто превосходно, боже мой. Ну, давай, запускайся, игра, поехали. Стройся, пожалуйста. Все, рудник строится, все строится. Мы, наверное, даже поможем. Давайте я помогу вот здесь застроить побыстрее. Здесь сразу вечернюю смену поставим тоже. Так, здесь у нас что с вами строится? Здесь у нас строится продуктовый магазинчик, его тоже быстренько бахнем. Дома побыстрее построим тоже, чтобы люди здесь жили, чтобы они вот этих вот лоханках своих любимых. Во, все, отлично, идеально, смотрите, просто превосходно. Так, давайте-ка быстренько расселяйтесь, пожалуйста, здесь по острову, не надо жить в этих вот штукенциях своих. Но почему-то они пока еще, все еще пока здесь живут, да? Не-не-не, давайте. Нужно поменяться срочно. Срочно поменяться. Ну все, я надеюсь, сейчас доставка будет работать. Они будут доставлять никель куда следует. Его доставлять именно на оружейный завод. Пожарная сигнализация сразу, конечно, устанавливаем тоже, чтобы меньше горело. Возгоралось, так сказать, все вот это вот, все в таком духе. Так, нет, вы мне не нравитесь. Уезжайте отсюда. Уезжайте отсюда. Вот там у вас там дома есть. Идите, живите в них. Че вы тут живете-то? Какой-то разрухи. Все отлично. Вот так-то будет лучше. У вас здесь, типа, магазинчик есть, у вас здесь есть церковь, у вас здесь есть цирк, в конце концов. С конями почти что, да? Так, хорошо, пожарная у вас здесь станция есть. Здесь скоро будет больничка. Вообще все прекрасно, слушайте. Просто идеально, шедеврально будет. Ну и самое главное, конечно, это никель. Самое главное, никель, возможно, даже есть вариант. Смысл, точнее, поставить еще сразу. Как минимум. Одно место добычи. Ну тут прям можно вообще много-много ставить их, слушайте, реально. Очень прям много. Так что, я думаю, не прогадаем, если поставим еще одно, а там уже дальше будет видно. Вот здесь поставлю тогда. Давайте вот так, раз. Все, я надеюсь, здесь тоже сейчас люди будут сюда дотягиваться, доезжать до работки, скажем так, до рабочей. Так, а можно, блин, можно в эту сторону развернуть наоборот? Вот так. Раз, и как-нибудь вот так потом поведем, да, наверное. Ну, примерно как-то так, я думаю, это и будет. Все, отлично. Стройте еще, работяги, работайте, давайте. Здесь мы приглашаем, наверное, иностранных, зарубежных, так сказать, специалистов, которые будут специализироваться именно на лечении. Тут еще местечко даже есть, но я даже, возможно, поставлю какую-нибудь квартирку. Здесь мало ли кто-то зажиточный вдруг образуется и захочет жить. Не захочет, точнее, жить в этих бараках, а захочет жить в квартирке, поэтому. Почему бы и нет, почему бы не поставить? Давайте даже вам здесь площадь такую еще красивую поставлю вообще, чтобы все здорово было. Во, отлично. Ну что ж, смотрим, ждем, пока начнет производиться оружие. Надеюсь, оно скоро начнет производиться. Сталь уже здесь есть, 600 с лишним. Никеля не хватает, но никель тоже у нас с вами сейчас добывается и должен сюда, по идее, возиться. Ну, а мы пока с ним посмотрим, что у нас по золоту. 5000 уже доставлено, в принципе, еще очень много. Окей, хорошо. Образование, ну, мы как бы бустанули, по идее, его. Мы как бы, по идее, это бустанули его. Тут нифига, смотрите, сколько людей учится, смотрите, сколько их учится, просто жесть. Что-то куча людей здесь живет.
Какая-то дичь происходит. Что так много у вас? Давайте вам бараки поставлю еще. Чуть больше бараков. Я согласен. Давайте чуть больше бараков, пускай будет. Пускай будет, пускай люди. Даже здесь поставлю вам бараки, держите. Вот, ну там еще жилье. Тут, не... тут, к сожалению, не ставят. Места нет, нифига. Так, здесь у нас сразу. А, кстати, я улучшал, я не помню уже. Мощный кран. Нет, давайте-ка мощный кран. Да, везде. Улучшаем, улучшаем, повышаем производство, больше денег, больше всего вот этого. Так, что у нас там по заказчикам? Хлопок по-прежнему висит. Но хлопка уже больше продали, кстати говоря, за счет увеличения его количества, естественно. Выработки. Так, никель, кукуруза, кофе, ля-ля-ля, железо, бананы. Чего-то никому лодки-то не нужны. Кому? Зачем я их делаю? Покупайте лодки, пожалуйста. Я ж не зря их просто, не просто так делаю. Так, здесь не забываем сразу рейды давайте назначать, кстати говоря. Запугиваем соседей. Продолжаем, продолжаем запугивать соседей. Только так. Здесь, наверное, что-нибудь другое сейчас возьму. А, давайте вот спасать образованных граждан будем потихонечку тоже. Они нам очень пригодятся, поэтому будет явно не лишним, думаю. Ну что, вроде все нормально, в целом все хорошо, в целом все замечательно, прекрасно. Здесь в школе тоже люди учатся, довольно много их здесь, кстати. Здесь попробуем сейчас приукрасить все это добро. Немножко, ой, ну тут, конечно, бестолку. Тут, конечно, бестолку практически будет ставить. Ну, чуть-чуть разве что какой-то эффект будет. Да нет, даже вообще ни малюсенького, ни малейшего эффекта это не дало. Ладно, неважно, неважно. С рабочих не хватает наших, блин, этих дозорных вышках. Представляете, ужас какой. Ужас какой, не хватает там рабочих. Что вообще с этим делать-то? Как жить теперь? Консервный завод нас очень просит поставить еще, кстати говоря, помимо всего прочего. Ну, я даже не знаю, ну давайте, ну можно, в принципе, наверное, было бы. Так, консервный завод. Блин, он жрет 80 энергии, у нас сколько есть еще в запасе? А, у нас 280 еще в запасе, так-то есть, поэтому, конечно, можем себе позволить, в принципе. Сига, нет, не хочу, давайте, ладно, давайте, хорошо. Давайте, раз просит, так уж и быть, что уж там, давайте им здесь поставим, пускай. Пускай будет здесь, пускай строит его, короче говоря. Церковный лок, да-да-да, радиостанция у посольства. Чего? Где наш посольство? Я уже забыл, где посольство у нас. Где посольство было, серьезно? Где-то здесь же ставили. А, вот оно. А как мы около него поставим? Никак опять. Опять не туда поставили, где нужно, да? Ну, кто же знал-то? Ладно, пока оставим этот квест. Мы будем с вами лучше с другими вещами следить пока что. Что такое? Есть друзья, верно? Произвести железо, но мы производим. Друзья. Давай, конечно. Давай. Мы железо вроде как производим. Пускай будет. Пускай будет. Так, что у нас с вами здесь? Какое-нибудь улучшение есть? Нет, это в следующей эпохе. К сожалению, нам с вами здесь оно недоступно будет. И я смотрю, все так цирк прям любят, слушайте, прям жесть. Прям, о, как все любят цирк. А здесь он, интересно, востребован на другом острове или нет? Так, где я уж там заблудился в наших островах в этих. Ну, конечно, тоже он, люди ходят, бродят здесь отлично. Продуктики закупаются, здесь тоже люди есть, здесь работают. Тут кто-то живет, здесь кто-то живет, тут работяги работают, все прям супер. Мне нравится. Так, здесь давайте улучшаем тоже, отлично, отлично. Но в целом все хорошо. Все, ладно, никель есть, это здорово. Значит, скоро сейчас у нас с вами появится оружие. Да, оружие, по идее, уже производится. Уже даже видно по счетчику, пошло уже 500 есть из 2000. Это здорово, то, что нам с вами нужно сейчас как раз-таки. Так, а консервы у нас с вами получаются из рыбы. Еще можно ананас? А у нас ананас где-то выращивается, я вот не помню. Но консервы мы производим и так, поэтому, я думаю, и нормальненько. В строении появляется 3480 единиц дополнительного мяса. Вы сможете производить консервы... У нашего острова определенно проблемы с вулканами. Да, бог явно не очень разбирается. Ладно, давай, все, немедленно эвакуация, окей, так и будет, хорошо. И ты мне помешал, я тут разбирался кое с чем. Вот здесь разбирался кое с чем. Вот это вот все давайте лучше. Да хорош там поле... Как же он рушит все? Справились со смогом, президент. Отлично! В честь этой исторической победы я закажу литую статую нашего противника. Супер, молодец. Плюс 5 отношений. Это все, что нужно было. Да хорош бомбить наши золотые рудники. Ну серьезно, это уже, ну это, ну кому, ну сколько можно? Вулкан, ты еще не устал? Иди отдохни, иди кофейку попей, чайку, там, не знаю, расслабься немножко. Что такое? Что такое напряженное вообще? А что у нас с вами здесь за остров вообще в целом? Я не помню, давайте посмотрим. Так, ну, полезность копаемой понятно, а вот по поводу... Ага, ну здесь, слушай, довольно плодородная прям так-то почва. Для некоторых видов, конечно же, бананчики можно выращивать, а нас нельзя выращивать, кстати. Кофе, хлопок, каучук, понятно. Каучук можно выращивать. Скот, овцы, свиньи. О, свинюшек можно разводить. Ну ладно, нам суп не нужно. У нас вроде бы все и так хорошо, да, по идее ведь, правильно? Еда ведь есть, кукуруза, кокос. Ну, конечно, не особо разнообразная. Можно было бы мясо так-то поворачивать на самом деле. Я что-то... Па, в смысле, даже здесь разбомбилось, алло. Вот это прикол. Жесть, даже здесь разбомбилось, попало сюда. Так. Что-то нужно ремонтировать. Давайте будем ремонтировать все, что нужно ремонтировать.
Восстановите мне, пожалуйста, вот это вот. Отремонтируйте, пожалуйста. Нет, огонь, я понял. Бараки разрушены, восстановить. Так рад, что закрыл. Да, я тоже рад, спасибо большое. Здесь срочно восстановить все. Все восстанавливаем, давайте. У вас очень мало времени и очень много работы. Вы должны все это сделать. Быстренько, быстренько, быстренько. Так, здесь у нас не хватает чего? Не хватает стали, а сталь чего не хватает? Господи, сколько здесь бараков появилось. Сталь чего не хватает? Сталь просто, видимо, медленно делается, я понял. А, тут один человек вообще трудится, капец. Как же нам не хватает людей. Ладно, так, что я хотел еще? Хотел еще сделать сюда дорожку тоже вот так вот, на всякий пожарный случай. Нам нужно, по идее, с вами по-хорошему бы здесь тогда еще больше жилья поставить где-нибудь здесь вот, да? Я думаю, для наших дорогих граждан-тропиканцев, которые бы жили и трудились на благо тропика, конечно же. Давайте, ладно, бараками здесь все заставлю, вот так вот еще. Еще немножко бараков. Кстати, я хотел бы построить, наверное, еще полицейский участок. Возможно, или не хотел бы, кстати говоря. Нет, хотел бы, наверное, все-таки поставить. Это, конечно, наша свобода немножко, это, чуть-чуть, но зато будет гораздо безопаснее, знаете, в разы, я бы сказал. Особенно, мне кажется, здесь пригодится. Здесь точно пригодится. Давайте поставим прямо здесь тогда. Полицейский участок. О, тут у нас сколько всяких разных товаров везде возится. Просто невообразимое количество, да? Ну да, примерно так и есть. Плюс еще работяги. Так, здесь уже отремонтировали. Быстренько довольно-таки они, слушайте. Я бы хотел все-таки, наверное, разнообразие пищи повысить чуть-чуть за счет ферм. Скот. Мы прямо здесь можем его разводить, кстати говоря. Это будет мясо еще плюс. Еще плюс мясо. И это прям хорошо. Это мне прям нравится. Давайте вот здесь тогда фермочку одну поставим. Фермочка здесь будет. И фермочка будет еще у нас с вот здесь одна обязательно. Со скотом тоже. Рогатым. Ой, да ну что ж ты поставил-то, зачем так? Поэтому, я думаю, нормально будет. Людей здесь должно хватить. Если что, еще домов поставим. Все, еда, здесь у них еще побольше будет ее. Прекрасно, замечательно, шедевральненько. Так, дайте-ка я вот здесь вам поставлю красоту тоже вот такую. Пускай будет. А, площадку большую не хочу. Нет, не хочу такую. Дайте мне 2 на 2 просто какую-нибудь обычную такую вот еще. Я думаю, просто вокруг этого дома пущу вот так вот, знаете. Во, хорошо, там прямо аж зелено стало. Прямо аж на душе тепло сразу. Так, давайте, оп. Хорошо, все. Одна квартирка будет окружена теплом и заботой. Так, здесь у нас улучшение есть? Нет, давайте улучшим сразу же. Все, чтобы качество отхила было, так сказать, получше чуть-чуть. Что вам еще развлечение поставить? Давайте ресторан вам здесь поставлю. У вас ресторана тут нету, будет еще ресторан. Я уверен, что вы хотите ресторан. Все хотят ресторан. Быстренько построим его даже, давайте. Все, ну и все. Развлекайтесь. Развлекайтесь как хотите, господа, товарищи. Так, строительство здесь пошло, но оно вообще ничего не стоит. Поэтому я вам сразу помогу, конечно, за деньги, чтобы тоже все это было быстрее. А, так, производительность плантации, гидропонных плантаций повышается, но это нам не нужно, на самом деле. Это нам не нужно, нужно, чтобы просто здесь производился скот и мясо, и шкура, соответственно. Но из этого всего добра у нас сами производились. 96, тут 98, нормально, неплохо, неплохо. Так, рабочие появились, здесь рабочие тоже появились. Супер. И жить им тоже есть, я смотрю, да, пока что. Но, на самом деле, бараки еще можно поставить. Побольше. Побольше раз. Здесь давайте два еще. Два штука поставим, короче говоря. Пускай будут. А там дальше уже разберутся, кто где будет селиться. Я думаю, да-да-да, во-во, здесь тоже, видите, сразу работяшки наши появились замечательные. Прекрасно. И даже здесь люди пошли. Ну все, я думаю, у нас все супер с вами получается. Оружие у нас с вами произведено уже 1000, кстати говоря. Кстати говоря, что там по оружию. Кто хотел? Вы же хотели оружие, где оружие? Консервы вот хотят от нас, смотрите-ка. Мясо, сигары, сыр, ну, конечно, понятно, короче. Так, ладно, консервы продаю. Да, консервы продаю. А вам что продавать? Вам продавать я буду ничего, видимо. Может быть, хлопка опять? У нас хлопок до сих пор здесь еще продается, поэтому нет, оставим как есть. Ну, ладно, все, нормас. С деньгами проблем точно нет, поэтому все прекрасненько. Рейды здесь идут, рейды здесь идут. Ну, шикарно, шикарно. Между законным и незаконным. Закончить рейд спасения, пиратская пещера. Принять, давай, давай, давай. Рейд спасения, мы как раз вот сейчас будем их производить. Эти рейды спасения уже производим. Спасение. Так что, думаю, все нормально будет. Так, что у нас там вообще по общей удовлетворенности? 49, маловато что-то. Что-то маловато. А что так мало? Почему мало, из-за чего мало, чего не хватает? Жилье, с жильем совсем беда какая-то у нас с вами, да? Жилье. Бездомных 100? Что? Подождите, где у нас столько бездомных? Я не понял. Вот я сейчас не понял, где у нас столько бездомных. Или у нас безработных так много? 52 человека без работы, так-то, слушайте. Старшая школа вакансия. Ясно, понятно, хорошо. Нам нужно срочно ставить... так, нам таможня доступна сейчас? Ой, не таможня, иммиграционную службу тоже хочу поставить. Купить и купить. Так, иммиграционную службу сразу ставим, потому что что-то к нам дофига народу лезет, короче, в тропика. Надо это дело немножко прекратить, нам с вами здесь поставим тогда. Я прям вот так вот даже быстренько сделаю.
Открытые двери? Нет, тропика прежде всего, во-первых. А во-вторых, пожалуйста, уберите леса. Ну что опять за лаг такой с лесами, с этими от быстрой стройки? Жесть. Жителей Тропико, только что покинувших бюро иммиграции. Мало кому удается пройти 50-й уровень проверки. Да-да, все верно, все верно. Нам как бы... У нас тут все строго, знаете ли. У нас все строго. Нам солдатов нужно больше еще. Ну, там у нас так вышек сейчас много. Так, я хотел построить... Можно банк также сделать? Можно таможню сделать все-таки, кстати говоря. Я думаю, тоже пригодится, так как мы с вами весьма активно торгуем, то почему бы и не построить? Ну, давайте где-нибудь здесь, если найдется местечко. Блин, самое красивое место, конечно. А, вот здесь поставим тогда, давайте вот. О, тут нормально, более-менее такой райончик получается. Вот здесь таможня еще пускай тоже будет. 4500, ладно, строите сами тогда. Что за улучшение там есть? Понятно, все. Таможня будет тоже благоприятно влиять. Здесь все починено, все нормально, все, нифига не все. Давайте восстановить. Граждане требуют провести выбор. Я произнесу потрясающую речь. Не будем смотреть на жилье, конечно же, мы с вами. Похвалим фракцию капиталистов. Что-то меня как-то да, с фракциями тоже просило немножечко все это дело. Никого не буду оскорблять, ничего не буду обещать. Просто произнесу речь и все. 88, отлично, меня устраивает. Меня вполне... Ой, что тут? Ой-ой-ой, ремонтировать, конечно же, господи, боже мой. Я и не заметил совсем, слушайте, жизнь какая. Так, ну, о боже мой, как меня напугал. Как вам кажется, что лучше звучит? Ах, эти пулеметы чудесные, смотрите, президента. Потянуть вот здесь, потом щелчок, да, теперь можно стрелять. Мы великие, напишем симфонию войны, президента. Окей. Так, новые экспортные пулеметы у меня открылись, по идее, да? Что там у нас, что там у нас? Оружие плюс 20, хорошо, 2500. Покупаю. Продано, так сказать. Лодки. Давайте побольше возьмем, наверное, вот так. Продано. Ну и все, пока. Пока так. Пока так, больше не буду покупать. Все, ой-ой-ой, сколько... Да что ж таких хибард у вас много? Я... И строю, строю, строим дома, строю, строим. Все мало и мало, им все мало и мало. Жесть какая-то. Так, может быть, дом купить? Еще, кстати говоря, так. Я думаю, в домике тоже некоторые люди хотят жить. Возможно, есть такое у меня, знаете, подозрение, что кто-то захочет жить в домах все-таки. В шикарных, замечательных. Поэтому их тоже немножечко можно поставить здесь и позволить себе. Место, в принципе, у нас сами есть для этого в нашем тропике замечательном. Так, а вот здесь я, знаешь, как я сделаю? Нет, так не сделаю, к сожалению. Ну ладно, сделаю тогда так. Как планировал изначально. Так, вот здесь тоже давайте домик. Здесь тоже парочку домов. Втиснем, вклиним. Отлично, здесь тоже дома у нас сами строятся. Сейчас будет меньше бездомных. Будет все супер, все отлично. Образование потихонечку повышается. Да, конечно, приятно. Я такой вообще весь приятный, само собой. Образование тоже достигнет. Сейчас я чувствую 20%. Это хорошо. Это у нас с вами то, что нам нужно. Именно так. К сожалению, здесь мы с вами улучшить не можем, потому что новейшая история нужна. А у нас с вами сейчас немножко другая эпоха. Ну и ладно. Ну и ничего страшного. Так, все. Здесь очередь кончилась. Давайте продолжаем ее еще. Здесь по-прежнему спасаем новых умных... Работяг для нашего тропика. Так, здесь у нас тоже все хорошо. Я смотрю, да? Не хватает вам, опять же... А, квартиру вам поставлю здесь, давайте. Так уж и быть. Квартирку держите. Кто хотел, заселяйтесь. Так, сразу тут давайте как-нибудь так вот. Опа. Красивенько сделано. Так, опа. Так, а здесь как я не вижу что-то. Давайте вот так. Опа. И вот так. Опа. Вот, и здесь позади еще. Оп. Все. Прекрасно. Шикарно. Красиво. Замечательно. А... Так, еще давайте тоже наделаем чуть-чуть. Лоск, так сказать. Да опять эти земли... А если... Нет, давайте попробуем не эвакуировать. Давайте попробуем не... Хотя нет, лучше эвакуация. Мне кажется, там меньше народа станет и будет... Печаль, которая все равно такая. Так или иначе будет печаль. В любом случае будет печаль. Но сейчас у нас с вами очень много рабочей силы, именно строительной. Поэтому все будет хорошо. В ближайшем да. будущем ночи станут гораздо теплее. Отлично. Извержение наконец-таки. Вулкана согреет вас. Какое мы так этого ждали. Так этого ждали. Боже мой. Боже мой. О, мясо хоть появилось. Слушайте, ну уже поприятнее. Мясо, кукуруза. Да хватит ломать мне этот порт постоянно. Каждый раз. Гребаный ты вулкан. Хватит. Чего тебе так не нравится? Что ты? Что? Почему? Ремонтировать, конечно же. Давай. Где у нас там еще что поломалось? Ну, понятное дело, что все здесь поломалось. Здесь что-нибудь поломалось? Нет, ничего не поломалось. Тут вот хорошо. Так, здесь мы ремонтируем, получается, вот это. Вот, огонь. Не-не-не, здесь тоже огонь. Ну, пожарные, ну вы же вот они. Ну, тушите, давайте, давайте. Залили это, залили то, и все, все счастливы, довольны. Так сказать, пошли по домам пить чай. Какая-то непонятная аномалия произошла за все время. Первый раз вылетела у меня игра. Ну, надеюсь, это была единоразовая акция. Да-да-да, пускай голосуют. 83%, ты, блин, видел? 84% уже даже. Все нормально. Так, проверяем, всякие пожарные, что у нас там еще...
Да-да, консервы, хорошо, это все мои пучи, да-да, это я заказывал, молодцы. Так, что у нас там освободилось? Много куча всего, хлопок еще поставляем по-прежнему. Бревна, железо, кожа, лодки, еще, конечно, давайте, всего лишь 200, давайте, лодочки. Далее, что еще? Оружие, вот, пожалуйста, 500, че? Зря, что ли, делаем? Нет, конечно. Так, ну и все, пожалуй, пока. А вам, давайте, знаете, что вам мясо хотите? Блин, много чего там мяса-то. Ну ладно, нормально, 2900, поехали. Авось выполним. Все, хорошо, ладненько. Ну, вроде как все поперлось, все нормально. Оружие довольно много производится, кстати говоря. Консервов тоже довольно много у нас с ним производится, тоже хорошо. Денежки все-таки к нам идут прям в руки, знаете. Ну и вроде бы все в целом хорошо. 97% просто идеально. Ой, у нас рейды даже закончились, ничего себе. Давайте спасать еще образованных дальше здесь будем, а здесь будем дальше запугивать соседей, что же у нас. Это весьма, мне кажется, неплохо получается. Поэтому, думаю, этим мы с вами и будем промышлять. Так, здесь явно еще не хватает какого-то домика, возможно, даже квартиры. Возможно, кто знает. Давайте поставим квартиру здесь. Так, я вам прям быстренько строю. Все, давите, сразу люди здесь живут, отлично. Конечно, победили, естественно, пенультима. Хватит уже так удивляться этому. Пенультима, не стоит. Так, что у нас здесь? Здесь какие-то люди живут, не хочу, чтобы они здесь жили. Уходите отсюда, живите в домах нормальных. Для вас строю же. Вон сколько мест здесь у вас, смотрите. Миллиард примерно мест, поэтому давайте заселяйтесь. И чтобы было, знаете, не обидно, кто не такой может быть богатый, для тех я построю еще барак. Вот, все. Все для вас. Во-во, видите? Да камон, опять эти лаги. Что за бред? Так, во. Угу, хорошо. Нет, знаете, мне тут не нравится. Мне тут не нравится, я это сношу нафиг. Я это нафиг сношу. Снес, да? И эта херня осталась все равно. Прекрасно. Просто, блин, замечательный. Резиденты. Да. Экспорт ресурса ром. Хорошо, давай. Я экспортирую ром как раз-таки, по-моему, сейчас, да? Нет, не экспортирую нифига. Кстати говоря, кому ром нужен? Никому не нужен ром. Замечатель. Ну, он как бы продается, я думаю, это будет считаться в любом. Блин, камон, штука, исчезни, пожалуйста, ты мне очень не нравишься. А если я поставлю тебя сверху еще раз? А, все, вроде бы разлагало, но... что? Что это за стрелки? Просто какие-то стрелки остались также на карте. Замечательно. Превосходно, блин. Никак от них... А, во, все, фу-ху-ху. Убралось, кажись, убралось. Так, ладно, ну что, в целом, в нашем тропике все просто превосходно, я бы сказал даже так, возможно. Знаете, без доли привлечения, я бы сказал примерно так, что у нас с вами все превосходно. Ну, разве что мы не будем смотреть вот сюда, как бы, и... А здесь тоже все нормально так-то. Ну, 47 с верующими, ладно. Можно было бы получше. 51 нормально, 44 у нас на Карибах, поэтому... Что у нас хуже всего жилье, блин, по-прежнему. Да почему? Жилье, я. Ну, это понятно, нужно увеличивать вот это вот, знаете, вот это содержание, там, качество жилья, ля-ля, все добро. Ну зачем, когда и так все довольны? Потому что на Карибах что правильно? На Карибах хуже, чем у нас. А это значит, что мы безмерно счастливы все будем. Вот. Ладненько, да, серьезно. По президенте. Да, я молодец. Почему это хрень осталось? Пожалуйста, не надо. Я, конечно, могу электрифицировать, но это нужно до хера. Энергии у нас там столько нет, на самом деле. Да и неохота мне все это дело делать. Мне, в принципе, и так, когда все счастливы, зачем лишний морокко заниматься? Нам вот золото нужно экспортировать. Вот это, я понимаю, проблема. Так, а что у нас по золоту? Рудники. Я уже боюсь, что сейчас лишнее отыркать, потому что сейчас опять как вылечит, как... С вами приятно. Да, спасибо большое. Давай мне 1000 на швейцарский счет, пожалуйста, в банке. Спасибо. Угу. Давайте сами строить, короче. Так, ну что, нам с вами остается буквально немножечко доставить еще золотишко. 1000 с лишним, 1300 там, ну, даже чуть меньше. У нас сейчас столько нет, я смотрю, 600 всего лишь привезли. Но хоть привезли уже хорошо на самом деле, но, конечно, основные деньги у нас с другого совершенно идут. Там с лодок, с наших всех консервов и прочего. Вот, остается 600 буквально, 19, я смотрю, да, уже единиц золота нам с вами добыть. Возможно, скоро мы с вами даже это сделаем. Если, конечно, наш замечательный вулкан, который, зараза, постоянно нам мешает добывать золото по-нормальному, все-таки решит нам позволить это сделать. Что там у нас? Ну, здесь есть золото, на самом деле. Здесь тоже золото есть, здесь тоже золото есть, здесь золото есть. Так что потихонечку, я думаю, сейчас не буду увозить. Блин, может, сюда еще, кроме улучшения этого порта поставить перевозчиков? Может быть, все-таки как-то еще быстрее будет это добро. Ладно, не спешим, на самом деле. Нормально, денежки копятся, и хорошо, в общем-то. В общем-то, все замечательно. Я думаю, рано или поздно сейчас они здесь наберутся. Всего лишь 600 с лишним, я напомню, поэтому. Нормально. Проблема какая-то с электричеством, хрен пойми почему. Опять, видимо, перевозчики не успевают довести уголь, хотя угля у нас с ними добывается хреново тоже туча.
Ну, у нас еще много угля сюда, конечно, идет, я понимаю, да. Но как бы в электростанцию, будьте любезны, наконец-таки они это сделали и завезли. Вот, собственно, чего мы с вами ждали. Чтобы электричество у нас с вами вновь появилось, и производство стало еще больше. Так, здесь у нас не хватает никеля, конечно же. Что там с никелем, кстати говоря? Давно не смотрел на тот остров, может, там уже ни хера нет. Ну, конечно, естественно, само собой. Я и думаю, что там с никелем? А с никелем вот ничего, не работает здесь ни хренашечки. Но, по идее, сейчас, я надеюсь, наши строители должны будут добраться до этого острова. Так, лодки, хорошо. Что у нас там? Консервы и кукуруза сейчас продается, да? Консервы и кукуруза. Значит, мы можем продавать еще ром. Держите, вот вам 4200. Давайте побольше такой контрактик заключим с вами. Ром, ну и все, пока. Пока все. Даешь строителей, пожалуйста, быстрее сюда. Ну, вот они сейчас не поедут нифига никуда, да? И они, им просто наплевать. Им просто наплевать, что я сказал. Отремонтируйте. Они такие, типа, не-не-не, забей. У нас, типа, работы нет и так, как бы. Но мы все равно сюда не поплывем. Как у них это иногда получается так делать? Непонятно. Ладно, есть другой вариант. Всегда есть другой. Всегда есть, как говорится, следующий вариант, да? Вот такой вот порт перевозчиков. И как бы вот как-то... Я понял тебя. А можно, пожалуйста, уже освободить местечко? Готово, шеф. Все, отлично, работает. Поехали, пошло дело. Все товары сразу, я так понимаю, да? Ну да, ну да. Ну да, товары. Товары везут вот с этого порта в другие порты. Хорошо, это порт, другие порты. Окей, все, возобновили пока снабжение. Так, вулкан сегодня, пожалуйста, не беси меня, ладно? Что у нас там по золоту остается еще? По золоту еще 300. Ну, давайте. Ром, консервы, лодочки, лодочки, лодочки есть на продажу у нас. Подходи, покупай. Как говорится, подходи, торопись, покупай живопись, да? Ром, а ром мы продаем сейчас? Да, мы ром продаем и так, 700, нормально, конечно. Ладно, хорошо. Оружие еще, кстати, у нас есть. Оружие надо кому, не? Не надо. Не хотите, ну и как хотите тогда. Было бы предложено, да? Вот, что ж, ждем тогда остатки золота, когда будут допроданы уже. Я надеюсь, это будет скоро. Тут пока в списочке не появляются, но я за этим пристально очень слежу. Прямо очень максимально пристально за этим слежу. Что у нас по рейдам? Также слежу и за этим, чтобы рейды всегда были. Охота за сокровищами, давайте здесь проводим мы. А здесь мы с вами запугиваем соседей дальше. Конечно же, естественно. Чем лучше запугиваем соседям, тем лучше для нас потом. Но, да, золото, конечно, добывается, возможно, не очень быстро, но так или иначе, тут можно забрать горсточку золота, и все будет хорошо, всем будет счастье, все будут довольны, и уже в следующий раз мы с вами тогда к следующему кораблю будем готовы. 618, все отлично, мы с вами, по идее, сейчас должны завершить это дело, вот корабль плывет, кстати говоря, и мы с вами с золотишком-то, надеюсь, уже расквитаемся, посмотрим, что будет дальше. Кто знает, сейчас мы с вами прям буквально через секундочку это узнаем. И ничего не надо делать, пенультим, угомонись. Так, так, золотишко. Президенты, я считаю до 10. Мой железный самоконтроль иногда дает сбой. Мы все еще не заполучили сокровище Иска. Я слегка огорчен, но моя воля прочна, как сталь. Я не утрачу контроль над собой, не утрачу контроль. Так. Итак, президенты, меры по избавлению от захватчиков привели к тому, что они окончательно поселились в тропику. Вот она, психология. Так я не понял, а что надо-то? Я молила о наставлении и осознала, что решение чертовски очевидно. Просто вышвырните эту ось из посольства и с острова вообще. А если вы ничего не сделаете, полагаю, кто-то другой начнет действовать самостоятельно. Ну, типа, намекают на восстание какое-нибудь, да? Ну, давайте прогоним. У нас хоть и весьма теплые отношения с осью, но ось, сорян, как бы острова-то наши. Мы тут раньше обосновались и, вот, знаете, добываем. Так что, извините, если что, мы с вами сейчас будем, видимо, готовиться к войне. У нас деньги, благо, есть, но у нас с народом пока проблема. Ладно, прогнать ось, конечно. Давайте. Ой, а зачем посольство рушило? Так значит, при случае у вас хребет все-таки отрастает. Ну да, иногда бывает. Медицинское чудо. Вы совершили очень большую ошибку, президенте. Не дать отношениям со странами оси упасть ниже 16. С этого момента отношения с осью постоянно ухудшаются. Текущие отношения с осью 211. О, боже. Ладно. Вы хотите прогнать меня с вашего острова? Я? Это так? Тогда я уйду, а затем вернусь против вашей воли. Найду проклятое сокровище Ицка и обращу его сверхъестественную мощь против вас, президента. Минус 20. А я могу обратно? Подождите, стоп, я же могу обратно пригласить? Нет? О, ясно, ясно, понятно. Ясно, понятная игра, хорошо, хорошо, я тебя понял. У нас здесь полицейский участок, мне кажется. А, нет, есть. Чего не хватает нам с вами здесь? Нам не хватает с вами армии. В этом чего с вами не хватает? На всякий пожарный случай, хрен его знает. Казарм открываем. Военная база, это у нас танки, а вот, собственно, казармы.
О, помещается идеально. Все, здесь у нас будут теперь казармы. Здесь у нас теперь новенькие, новенькие казармы будут. Я настоящий отряд командос у нас уже есть, не переживай. Есть. Полон солдат. Конечно. Мы с генералом Родригесом придумали тайный план по освобождению Тропико от власти стран. Так. России. Впрочем, для вас он не тайный, президенте. Президента, я как-то видел один документальный фильм. Из свиного жира можно сделать мыло и получить глицерин. А если добавить к нему немного азотной кислоты из удобрений, у нас будет интраглицерин. А, не, господи, нитроглицерин. Ось не заметит связи между свиньями, мылом и удобрениями. А потом бойцы взорвут гору Кракена. Наши враги не смогут добраться до золота и просто уйдут. Так, свинюх нужно сейчас будет разучить. Ладно, хорошо, я понял. Немедленно эвакуация. Давай, давай, сейчас это уже хватит. Уже поднадоело. Что ж, я думаю, мы с вами на сегодня эту серичку закончим. Вот на таком моменте. Да, 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 да. Пенультим обязательно скажет что-нибудь интересное. Вот. И продолжим мы с вами, как всегда, уже в следующий раз. На сегодня все. Всем большое спасибо и до скорого. Пока-пока.